Последний раз новые аттракционы в городском парке появились в 2006 году. Это были «Калипсо» и «Летающая тарелка». С тех пор прошло немало времени. Не так давно парк приобрел новый аттракцион – «Вальс». Выбор пал на этот аттракцион, потому что он получается семейный. 7 платформ будут, ракушки будут установлены. И на каждой платформе, на этой ракушке, может быть садиться 4 человека. От взрослого и до детей. От 3 лет. Поэтому и был сделан выбор в сторону такого аттракциона, который будет как семейный, когда родители могут с детьми. Аттракцион «Вальс», который устанавливают в городском парке, новый, и он белорусского производства. Приобретен он был за собственные средства городского парка. Его стоимость составила 810 миллионов рублей. Производитель НПО «Центр» – это минское предприятие, раньше работало на оборонку, поэтому мы как бы в этом вопросе при выборе аттракциона было решено поддержать отечественного производителя, и чтобы нам было легче, и гарантия того, что будет поставка, потому что длительное время мы не занимались уже, и город этим не занимался, это сейчас первая поставка, поэтому нам был важен факт того, чтобы действительно произвели и поставили конечный вариант. Окончательно монтаж «Вальса» будет завершен на этой неделе. Его вместимость составит 28 человек. Он будет иметь классический вид платформы с красными ракушками. На сегодняшний момент сейчас уже доставлена основная часть аттракциона. На сегодня и сейчас производится наладка, монтаж и наладка его. Поставщики еще должны поставить нам верхнюю часть ракушки, еще всевозможные комплектующие. Хотим мы на будущее закупить у них сразу те части, которые выходят из строя, чтобы в процессе эксплуатации потом у нас поменьше было проблем. Введение нового аттракциона планируется до 3 июля. Так что на День независимости, когда ожидается большой поток людей в городском парке, каждый из пинчан и гостей города сможет опробовать новую карусель.